Одним из важных дел является приобщение молодежи к труду и правильный выбор профессии. Сознательно выбранная профессия положительно влияет на то, чтобы человек стал хорошим специалистом в будущем. В данном направлении сегодня в Тарасском региональном университете имени Мухаммеда Хайдара Дулати прошел областной семинар на тему «Качественная организованная профориентационная работа в организациях образования». Подробнее в материале. Профессиональная конкуренция на рынке растет с каждым днем. Спрос на молодых людей, освоивших современные специальности, очень высок, говорят специалисты, поэтому в таком важном деле лучше не ошибиться. Раньше, если больше внимания уделяли старшим классам по профориентационной работе, то сейчас эта работа должна начинаться в дошкольном возрасте. Это в игровой форме. Потом в начальных классах в виде классных часов, в среднем звене, в виде игры. Или есть акции, где на работе у родителей. В старших классах уже там идет профориентационное углубленное изучение предметов. Еще то, что сейчас в Казахстане создан атлас новых профессий в Казахстане, востребованных, которые будут востребованы через 5-10 лет. И это очень хорошая помощь старшеклассникам. Педагоги, собравшиеся на сегодняшнем семинаре, поделились опытом, озвучив предложения по выбору профессии. По словам ответственных лиц, сейчас в организациях образования области проводятся различные тренинги, направленные на правильный выбор профессии молодежью. Сегодня на площадке университета Дулати проводится форум, который организован совместно с управлением образования. Данный форум, назначение, цель его направлена на популяризацию университета, на определение вопросов профориентационной работы, чтобы определить ориентиры для современной молодежи именно в вопросах профессионального самоопределения. Будущее в руках образованной молодежи, поэтому на совещании специалисты просвещения подробно рассказали молодежи о ряде важных вопросов, которые необходимо учитывать при выборе профессии. Ясно, что только профессия, выбранная по желанию сердца и изученная с энтузиазмом, может привести человека к большим успехам. Ильдар Гизатуллин, Галжан Исинбаев, Айкюн Ахпарат.